Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Всім, хто налаштований на Суспільне, наші вітання. Вітаємо вас, друзі, в студії Олександр Пашненко та Поліна Сніжина. Друзі, це проєкт «Радіо День» та програма «Між нами». Можете долучатись до нашої компанії за допомогою студійного телефону 233-2011, код Запоріжжя 061. Також долучайтеся і до ютуб-каналу «Суспільне Запоріжжя» або до нашого офіційного сайту zp.suspilne.media. Всеукраїнський благодійний фонд «Серце до серця» розпочав національний збір коштів на закупівлю кардіореанімаційного обладнання у дитячій лікарні країни. Благодійна акція триватиме до 30 вересня, йдеться на сайті благодійного фонду «Серце до серця». Які ж умови акції і що треба зробити, аби в країні зростала кількість небайдужих людей, будемо шукати саме відповіді на ці запитання і допомагатимуть нам в цьому наші гості. Студія обласна представниця акції «Серце до серця» в Запорізькій області Анна Гонтарук та координаторка акції з напрямку освіти Олександра Бут. Вітаємо вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Спочатку розкажіть нашим слухачам і глядачам про основну мету акції, тому що знаємо, це вже не вперше, це вже 15-й рік поспіль. Да. В этом году эта акция проходит вот уже 15-й год по всей Украине, и основная ее цель – это сбор средств на медицинское оборудование в детские больницы области. Сколько лет вы уже долучаетесь до этой акции? Как организатор? Чи, можливо, розпочинали як волонтер просто? Начинала я свой путь в этой акции 5 лет назад. Начинала я как простой волонтер. Я помогала с сбором коробочек, с сбором средств, с учетом денег, а потом уже развивалась с акцией. У меня были разные направления, которые я курировала. Это в разные годы были как социальные службы, так и культура. И вот я в этом году стала областным представителем акции. Олександра, сколько вы уже років? Уже шестой год я в волонтерском движении «Твори добро Украина», и вот третий год я являюсь координатором акции «Сердце», именно координатором. До этого я была просто волонтером, третий год я являюсь именно координатором по образованию акции «Сердце до серця» в Запорожской области. Чи важко бути координатором, адже це велика відповідальність? Да, это большая ответственность, но я это делаю от сердца, я очень люблю общаться с людьми, поэтому мне не сложно. А чому ви вирішили ось для себе, що будете займатися волонтерською діяльністю? Я завжди з дитинства хотіла допомагати ежесекундно людям, поэтому вообще начала я з 2011-го займатися волонтерською діяльністю. Це був благотворительный фонд «Счастливый ребенок» Альберт Павлов, который дал основы волонтерской деятельности. Я сейчас являюсь у них в базе волонтером. Это мое, мне это по душе и по сердцу. Понятно, це ваше до серця волонтерство, і взагалі якими якостями повинен володіти чоловік або жінка, щоб стати волонтером і носити це ім'я з великої літери? Да, волонтер – это звучит гордо, поэтому те, кто хотят приобщиться к волонтерскому движению и к нашей акции в том числе, должны, во-первых, очень хотеть помогать бескорыстно, внести ценности акции волонтерства и, ну, помогать от души, отдавать частичку своего сердца, чтобы сделать мир лучше. До речі, для реалізації акції вистачає волонтерів в нашій області?
Волонтеров в нашей области достаточно много, но с каждым годом мы хотим привлекать к нашей акции все больше и больше количество людей. Мы хотим, чтобы весь город был у нас в сердечках, все знали нашу акцию «Сердце до сердца», чтобы каждый был приобщен к ней. До акции долучаются лишь запоріжячі и міста Запорізької області. Тому що ви зараз кажете про Запоріжжя, принаймні сказали. Це благотворительна акція «Серця до серця» також проходить в різних містах області. У нас Запорізька область дуже активна. Різні, навіть мелкі села, поселки, міста. В общем, всі присоединяються. Нам дуже радісно видеть отчеты и отзывы людей, которые присоединились. Для них это как большой праздник. В честь этого делаются ярмарки, особенно в сельской местности. И все ждут с нетерпением, когда же начнется каждый год акция «Серце до серця». Вона розпочинається по всей Украине с 1 квітня. Як и цей рік теж. У 2020-му розпочалася з 1 квітня. Да, в этом году она началась с 1 апреля, но в этом году у нас необычный год, поэтому она началась онлайн, стартовала онлайн и проходит сейчас в таком смешанном режиме уже и онлайн, и так как разрешены некоторые мероприятия, можно уже присоединяться офлайн к этой акции, поэтому вот в этом году такой необычный у нас год и необычная акция. Самая длинная акция за все 15 лет. Раньше это был лишь месяц, зараз это 4. Да, в связи с карантином мы немного увеличили длительность акции, поэтому те, кто хочет и желает, может успеть присоединиться. Она еще продолжается и будет продолжаться до 30 сентября акция. На вашу думку, ось якщо порівнювати попередні роки, один місяць і збір коштів, і 4 місяці, чи буде відрізнятися сума? Чи сума не залежить від терміну? Мы надеемся, что в этом году мы соберем больше средств, так как длительность больше. Но также мы понимаем, что немного ситуация и формат акции поменялись в этом году. Поэтому мы хотели бы, чтобы средств было больше, но мы не знаем, как это будет влиять в дальнейшем на всю сумму. Я хотела бы добавить, что сейчас учебные учреждения очень ждут, когда они выйдут из карантина, чтобы проводить массовые мероприятия. То есть очень директора школ ждут именно сентября, чтобы можно было провести уже в обычном формате школьные мероприятия, потому что они очень активно участвуют в акції. Тобто освітяни долучаються до акції активно, яким чином вони долучаються? Проводяться в всіх школах ярмарки, проводяться флешмоби. І мало того, нам школи присилають фотографії. И мы это все выкладываем на нашу страницу в Фейсбуке, которая постоянно обновляется. Окрім освітян, які ще організації, можливо, хто ще з людей долучається до акції, дуже активними є. Крім образовательных учреждений, ще присоединяется активно это центры социальных служб. В этом году они даже, мне кажется, будут вносить больше вклад, хотя мы рассчитываем на то, что все несут максимально, что они могут. И учреждения культуры, какие-то культурные деятели, потому что в этом году мы решили еще проводить онлайн-концерты на нашей странице и в Фейсбуке, и в Инстаграме, чтобы люди тоже могли
приобщиться и к прекрасному, и к волонтерскому движению, и к акции благотворительной. Кроме того, у нас каждый год присоединяется еще кафе различные своими благотворительными взносами. В этом году мы тоже надеемся на их помощь, тем более, что они уже открыты к посещению посетителей, поэтому будем активно с ними сотрудничать. Ось, якщо говорити про кафе, вони просто надсилають певну суму коштів, чи вони облаштовують свої приміщення ось такими боксами, як у вас зараз на столі? Вони отак от ставлять коробочки, в частності хлібопекарню «Урожай», вони вже 2 роки з нами сотрудничають і дуже активно присоединились, ставят коробочки, делают под эту, проводят под эту акцию у себя какие-то активности. Як взагалі умови? Що потрібно зробити, щоб долучитися до акції, окрім бажання? Кроме желания, надо еще, во-первых, связаться с областным координатором, то есть в данном случае да, со мной. Можно это сделать несколькими способами. Либо же вы заходите на сайт официальный serce-do-serce.com.ua, и там есть кнопка «Стати волонтером». И вы заполняете свои данные, и эти данные приходят ко мне. Либо же вы можете написать на странице в Фейсбуке, что вы хотите присоединиться к акции. Мы, конечно же, свяжемся и откликнемся на такой призыв. Чем больше людей, тем краще. Конечно, чем больше, тем лучше. И мы призываем всех присоединяться. И бизнесмена мы всегда, и знаменитых людей всегда рады очень видеть в качестве благотворителей. Поэтому наши двери всегда открыты для всех. Цьогорічна акція. Вже можете назвати приблизно, скільки людей долучилося, підприємців, організацій? Конкретно сколько організацій, я вам скажу, сказать не могу. Мы еще с некоторыми ведем переговоры о том, что сейчас чтобы... еду кінця вересня. Да. Потому что все было поставлено на паузу и немного приостановлено сотрудничество в связи с карантином. Но в этом году активно присоединились центры социальных служб. Мы на каждую общину, на каждый населенный пункт, там, где есть центр социальных служб, мы всю промо-продукцию отправили. Они могут собирать средства с вот такими вот коробочками, с идентификаторами, плакаты, в общем, все есть. И тоже присоединяются к нам постепенно учебные учреждения. Хотя они и на каникулах, но все равно да. Они хотят активной жизни. Просят очень высылать коробочки. Не все, конечно, районы, потому что большинство говорят, что после карантина в сентябре лучше все-таки, когда уже будет более понятная ситуация. Но есть такие у нас, которые очень активны, которые даже летом хотят проводить активности в этой акции. Да, и кроме того, да, я еще забыла такой момент, особенность в этом году к нам присоединились организаторы интеллектуальных игр наших, в частности, в этом году это были организаторы детективной игры Saint Vin Запорожье. Они проводили игры онлайн, и часть средств они перечислили на счет фонда. Мы тоже очень благодарны за это и ждем, что к нам остальные организаторы таких мероприятий присоединятся. Вы уже неодноразово зазначали, що існують пакунки, існують сердечки, власне, вони знаходяться і у нас в студії тут. Розкажіть про них більш детальніше, що з ними робити, це робити волонтерам чи, можливо, відвідувачам тих же самих магазинів або установ соціальних послуг? Угу.
Ну, смотрите, вот у нас есть такие коробки для сбора средств. Здесь указаны все реквизиты, куда можно перечислить средства. Кроме того, еще волонтер собирает сюда деньги, средства для закупки оборудования. Каждая коробочка имеет к себе идентификатор. Здесь заполняется фото, фамилия, имя волонтера и кодируется номер. Поэтому для лучшей отчетности. Поэтому вот кто захочет стать волонтером, мы выдадим такую коробочку. Там есть печатка, я так понимаю. Да, там есть печать, ну, она опечатана, чтобы все было достоверно. И тогда вот человек может собирать средства с идентификатором, чтобы можно было знать, что именно конкретно от нашего фонда, от нашей организации. Скажіть, будь ласка, ви ще можете ось підняти, щоб наші телеглядачі особливо побачили це? І нашим слухачам рекомендуємо теж заходити на офіційний сайт zipi.suspilna.media, там можете переглянути, які ці бокси, щоб ви вже мали уяву, про що сьогодні йде мова. Також переглядати сьогоднішнє відео можна і на YouTube-каналі «Суспільне Запоріжжя». У вас ще, окрім цього, на столі є сердечки. Що це? Для чого вони? Ну, сердечки – це как наш знак акции, здесь сердце до сердца. И мы всех отмечаем, кто как бы пожертвовал какие-то средства, мы всем раздаем эти сердечки, чтобы, во-первых, люди знали, что вот человек присоединился, как бы пожертвовал свои средства и частичку своего сердца на нужды акции и захотели тоже присоединиться, как бы, ну, к чему-то общему, большому, прекрасному. Поэтому как бы это отличительный знак акции. А ви казали про те, що зазвичай до акції долучаються зірки, відомі люди, можливо, зірки шоу-бізнесу. Яким чином вони долучилися цього року? В этом году в связи с такой необычной ситуацией мы придумали такой интересный фотопроект. Это календарь. Поучаствовало 14 звезд украинской эстрады, шоу-бизнеса и журналистики. Такие звезды участвовали, как Мэллоуин, Тарас Тополя, Павло Зібров, группа ТНМК, и Ирма Витовская, и еще другие звезды. Был выпущен календарь. Там, где они сняты в таком образе, как дети, вот кем они мечтали быть в детстве, что они хотели, может, привнести. Вот, например, Мэллоуин был Гарри Поттером, потому что он мечтал быть волшебником в детстве. Поэтому и мы хотим продавать этот календарь, и чтобы его купить, надо опять же зайти на наш официальный сайт «Серце до серця», и там есть кнопка «Сердечно-крамница», и вы можете заполнить форму, чтобы приобрести этот эксклюзивный календарь. Я думаю, очень будет интересно для фанатов этих звезд, потому что он выпущен в ограниченном количестве, и это, ну, как эксклюзив от них будет. Саша, вы еще зазначали про онлайн-концерты. Вони вже відбулися, еще будут, я так розумію. Да, я думаю, мы сейчас ищем, кто еще хочет показать свои таланты и провести онлайн-концерты. У нас достаточно уже где-то 6 концертов уже у нас прошло. Вони платні були чи як? Ми проводили їх безплатно, но ми приглашали. Вот ви посмотрели, если хотите, вы можете перечислить. Я ещё хочу очень важную вещь сказать, то что обязательно нужно указывать, для какой области вы делаете платёж, потому что
областей 26. Тобто, я так розумію, гроші, які збираються в регіоні, вони і витрачатимуться лише на регіон. Тобто, не йтимуть до Києва, а вже Київ буде розподіляти, яким областям що необхідно. Да, конечно. Да. Мы собираем деньги для конкретно для нашей Запорожской области, для нашей Запорожской областной детской больницы, чтобы вот все дети области, которые нуждаются в лечении, могли получать качественные услуги и, кроме того, бесплатно лечиться на данном оборудовании. Поэтому вот мы собираем на потребності от конкретної больниці в Запорізької області. Чи відомо, що на ці гроші планують закупити? Чи це вже буде, коли буде вся сума на руках? Звісно, в зависимості від суми ми будемо смотреть, яке оборудовання ми можемо приобрести. В этом году ми собираем на оборудование для отделения кардіореанімації. Но по тому, что хотели бы врачи иметь у себя на данный момент, можно сказать, что это будут диагностические мониторы, которые позволят следить за состоянием ребенка вот в течение заболевания, когда врач может там корректировать лечение, смотреть, улучшилась ли ситуация с положением ребенка или наоборот ухудшилось, поэтому мы собираем на эти мониторы. Ну, пока у нас такая цель. Чому цим займається благодійний фонд, а не держава? Адже цим повинна робити і займатися держава, і з держбюджету кошти потрібно виділяти на такі лікарні. Чому весь час цим займаються благодійники і волонтери? Позвольте мне ответить на этот вопрос. Да, должно заниматься государство. Но самое главное – помочь детям, поэтому давайте будем заниматься и мы, и государство. Да, в общем, совместными усилиями мы должны удваивать наши усилия. Не будем акцентировать внимание на том, что нужно конкретно кому-то одному заниматься, потому что дети – это святое. Святе – це і гроші, особливо, коли вже сума зібрана, і щоб її витратити з розумом. Прозорість. Як можна буде перевірити, що дійсно гроші надійшли саме на це обладнання? Каждый год на сайте фонда есть подробные отчеты, во-первых, по итогам акции, конкретно сколько каждая область собрала средств. Во-вторых, мы сами ведем учет по тем чекам, которые нам присылают. Мы просим всех людей и учреждения, которые пересылают нам деньги, чтобы они нам и чеки для отчетности присылали, и была очень прозрачная отчетность. И в конце, когда идет закупка оборудования, на сайте фонда выкладывается список этого оборудования, производители, количество, и вы можете отследить по этим данным, вот что закуплено, в какое отделение, в каком количестве. Можете так промоніторити цю ситуацію. У нас залишається одна хвилина. Давайте тоді всім нашим глядачам і слухачам ще раз повторимо умови акції і до якого числа, власне, вона буде тривати. Хвилинка. Угу. Так, условия акции, она будет продолжаться до 30 сентября. Сделать пожертвование можно будет или на сайте serce-do-serce.com.ua зробити внесок онлайн, или если вы видите волонтеров с такими коробочками или где-то в каком-то учреждении такие коробочки, вы можете оставить здесь средства, и не переживайте, они будут переданы по назначению и закуплено оборудование на них. Либо же по реквизитам через Приват-24.
Ну що ж, не будьте байдужими, пам'ятайте, що діти – це квіти майбутнього, і треба про них піклуватися не лише державі, але і громадянам України. Долучайтеся до 30 вересня обов'язково до акції «Серце до серця», про яку ми сьогодні і говорили. У нас в студії була обласна представниця акції в Запорізькій області Анна Гонтарук та координаторка акції з напрямку освіти Олександра Бут. Дуже вам дякуємо. Спасибо. В студії працював Олександр Пашненко, Поліна Сніжина. Почуємось і побачимось на Суспільному. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».